Справедливость, честь, порядок тоже что должна отвечать новая полиция. И сегодня маленький шаг вперед. Недалеко возле концертного зала начинали набор в полицию. 3200 человек тогда записалось. 316 завершили обучение. Из 316 завершили обучение 302. И вот они здесь все. Лучшие из лучших. Каждый десятый. Ключевой принцип, который мы хотим, чтобы был в новой полиции всегда, служить и защищать, стал для каждого из вас основой. Служить и защищать, не карать и крышевать. Помогать каждому обеспечить порядок. Создавать новую систему, на которой будет расти экономика, будет расти достаток. Вы должны всем показать, что вы реально являетесь лицом государства. Человек, который в форме, защищает государство, защищает свой город. Поздравляю! Мы все знаем, что вы честные. Мы все знаем, что вы будете работать и служить государству. Но вы должны, и это мой совет, наш совет, что вы должны работать вот с огнем здесь и мудро, с головой. Поздравляю! Слава городу и слава Украине! Сегодня 12-й город в стране, в котором заступила патрульная полиция. Сегодня ночью, традиционно под вечер, после 11 часов, город будет во власти новых патрульных. Я очень желаю этим ребятам уверенности. Опыт, который мы получили после первых городов, нам помогает. И скажу еще одну очень важную вещь. Это очень маленький кусочек того большого, нового, красивого корабля, который мы с Катей выстраиваем. Новая полиция Украины. Если вдруг так случилось, что где-то какой-то сотрудник новой полиции к вам не прав или еще не совершенен, или система не срабатывает, мы это знаем. Только другого пути преодолеть это нет, идти шаг за шагом. Есть ошибки, есть маленькие проблемы, но это как бы все рабочие моменты. Самое главное, что и в Киеве, и во Львове, и в Харькове, в Ужгороде, в Луцке, где работают эти замечательные новые полицейские, у них есть доверие. Люди доверяют. Вот к чему мы стремимся. А зарплата нормальная, и мы постепенно будем вытягивать всю полицию стандартом, который мы реально требуем. Зарплата нормальная, форму, как Мини сказала, камеры и все оборудование. Мы понимаем, что не хватает, но мы также понимаем, что постепенно надо делать все для того, чтобы в стране была настоящая наша полиция. Впечатления самые разные. Обучение было нелегкое. Вот. Но ничего, мы справились. Остались самые справедливые, честные, надеюсь. Самые лучшие, стойкие. Сегодня в ночь идет первая рота, заступает. Я во второй роте, мы заступаем завтра в день. После них мы их сменяем. Как-то немного так боязно в том плане, что ну как бы первый раз на эти как бывает. Ну, если будут ситуации, которые будут ну, как бы, сподвигать каким-то более радикальным мерам. Да, конечно, готовы. Нас учили, проходили, тактика у нас, тактическая подготовка была. Большая ответственность на нас легла, очень большая ответственность. Ты понимаешь, что после окончания, уже сегодня на присяге, мы понимали, какая важная у нас миссия. И для нас важно, чтобы люди нас поддерживали, и важно, чтобы люди понимали, что мы идем работать ради них, для них, и вот это, наверное, основное. Ну вот такое недоверие к милиции, которая была в прошлом. Некоторые к новой полиции относятся скептически. Как вы планируете возвращать это доверие? Нет, ну ко мне уже подошло миллион людей, которые сказали, мы вас поддерживаем, и очень здорово, что вы выходите. Это неправда. Нас все поддерживают, и все очень нас ждут, и гордятся нами. Вы готовы к экстренным ситуациям, в ходе которых нужно будет применять какие-то радикальные меры? Конечно, да, да. Мы готовы. Конечно, нас обучали, и мы готовы. Відчуття у мене зараз, знаєте, такі, їх тяжко передати, оскільки досить таки все відбулось досить круто, я не очікував. Що стосується того,
наприклад, навчання, який відбір проходили, то все пройшло чесно, відкрито і, скажімо так, скажу чесно, я навіть не очікував, що я його пройду, але потрапивши на навчання і зараз стоючи тут, я ні про що не шкодую, а відчуття в мене, скажімо так, патріотичні зараз, налаштований в бій, скажімо, захищати Херсон, захищати громадян і українців. Страхів в мене, скажу чесно, зараз немає, але, можливо, я ще не усвідомив все, що мене чекає попереду, але бажання є змінитися. В першу чергу оскільки, як говорять, країна починається з тебе. В першу чергу треба все вирішувати, всі проблеми вербально. Але якщо знадобиться радикальні міри, то, звісно, прийдеться застосовувати спецзасоби. Що будете робити для того, щоб повернути довіру людей від міліції до поліції? Що потрібно робити? Ну, в першу чергу залишатися людиною і змінитися сам, змінити погляд на ситуацію, яка трапилася, і потім все зміниться, мені здається. Почати треба з себе. Thank you.